Добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я Гермес Фалькао-младший. Я рад снова находиться в этой студии после небольшого перерыва. Мы с женой отмечали годовщину. Я счастлив и полон сил. Сегодня у меня в гостях особенный человек. Он находится в Бразилии. Сегодня мы говорим о важности поместной церкви. Почему так важно, чтобы мы были связаны с поместным телом? Почему так важно иметь пастора? Почему так важно иметь связь с телом верующих? Я верю, что эта передача принесет вам благословение. Обязательно поделитесь ей со своими друзьями. Мы начинаем через несколько минут. Я позвоню моей подруге, пастору Анна. Она из Бразилии. Мы дружим уже несколько лет. Мы несколько раз были в ее церкви. Мы возили команды из Америки, Европы, Южноафриканской республики, в ее церковь и в город Бразилия. Для меня настоящая привилегия говорить с ней сегодня о важности поместной церкви. У нее есть церковь в Бразилии. Она называется Экклизия Криштан Семия. Она служит Богу много лет. Я хочу приветствовать ее сегодня на нашей передаче. Как у вас дела, пастор Анна? Здравствуйте, пастор Гермес. Я рада быть сегодня с вами. Мы тут немного путаемся в языках, пастор Анна. Как долго вы занимаетесь пасторским служением? Mas antes de receber a unção, as pessoas já vinham para ser pastoreadas por mim. Я являюсь пастором 18 лет, но еще до этого, до того, как меня рукоположили на пастора, люди приходили ко мне в поисках водительства и советов. So 18 years officially, but before that you're already like Да, то есть 18 лет официально, но еще до этого вы служили людям и помогали им, да? То есть у вас есть опыт в пасторском служении, верно? Кем для вас является настоящий пастор? Это титул? Конечно, это не просто титул. Кем для вас является настоящий пастор? В первую очередь, пастор должен получить призвание на служение.
A partir do momento que ele recebe esta unção, ele é capacitado para amar as pessoas. С того момента, как он получает помазание, он получает способность любить людей, придавать силу другим. Ele ama estar com as ovelhas, ele ama ver o crescimento das ovelhas. Pastor verdadeiro, ele torce pelo sucesso das ovelhas. Пастор любит быть со своими овцами. Он любит наблюдать за тем, как они растут. Кроме того, он болеет за своих овец, поддерживает их, когда они растут и развиваются. Настоящий пастор хорошо знает своих овец. Да, то есть, это не просто титул и не просто человек, который проповедует слово. Это не просто кто-то, кто знает, как говорить. Я знаю пастырей, которые могут поделиться хорошей проповедью. Но вы говорите, это вопрос не только в том, чтобы делиться хорошими проповедями. Это человек, который служит людям даже за кафедрой, верно? Definirmos o pastor é olhando para o Salmo 23, porque Все верно. Лучший способ для того, чтобы определить пастора, это посмотреть на 22-й псалом. Exatamente porque o pastor, ele é aquele que apascenta, é aquele que conduz, é aquele que alimenta, é aquele que corrige. Все потому, что настоящий пастор — это тот, кто направляет овец, общается с овцами, кормит овец, обличает овец, исправляет овец. Пастор — это тот, кто protege, потому что фигура пастора натурального — ele conduz as ovelhas, ele está ali com seu cajado, pronto para proteger a ovelha. Он также защищает овец. Он готов защищать овец своим посохом, который он держит в руках. Аминь. So you've been doing that with people for officially for 18 years. Вы официально занимаетесь служением с людьми на протяжении 18 лет. Вы знаете, насколько это важно для человека. И важно не просто иметь пастыря, но и поместную церковь. И это соответствует Библии. Вы могли бы рассказать о преимуществах, которые человек получает, когда у него есть пастор и поместная церковь? Мы можем посмотреть на Новый Завет и увидеть их в книге Деяний, а также в посланиях. Мы видим 36 примеров императивов взаимной выгоды. Там говорится о том, чтобы мы любили друг друга, принимали друг друга, проповедовали друг другу. Edificai-vos, instruí-vos,
Также, чтобы мы одобряли друг друга, наставляли друг друга. И императив – это ордер. Много вещей. Эти императивы – это повеление. Когда мы смотрим на Ефесянам, в главе 5, в 19, Слово нам говорит, что мы должны говорить Мы можем посмотреть на послание к Ефесянам, там сказано, чтобы мы назидали себя псалмами, пели песни хвалы Господу. Não tem como eu exortar alguém se eu tenho uma vida individual sem participar da igreja local. Все это делается в группе людей, потому что невозможно наставлять кого-то, если этот человек не является частью поместного тела. Да. Agora nós precisamos ter o entendimento correto de que igreja somos nós. Но мы должны понимать правильное назначение церкви. Церковь – это мы. Мы ходим в храм, посещаем здание. Собрание овец формирует поместную церковь. Desde o início da igreja primitiva, já houve essa mentalidade de pessoas não quererem participar da igreja local. Но еще со времен появления первой церкви были люди, которые не хотели становиться частью поместной церкви. Да. O autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, Ele traz alinhamento para esse problema. Автор послания к евреям в 10 главе и 35 стихе дает нам решение этой проблемы. Segundo a King James, ele diz: "Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja." Он говорит в том стихе, что мы не должны оставлять традицию или обычай собираться вместе, как тело и как церковь. То есть это не вариант на португальском. Это не вопрос того, что если вам хочется, то делайте, а если не хочется, не делайте. Библия говорит, чтобы мы собирались вместе, как церковь. Интересно, что сегодня многие верующие говорят, «Мне это не нужно, я могу поклоняться Богу дома». Вы можете поклоняться Богу дома, и вам стоит делать это. Но это не заменяет собрание в церкви. Люди говорят, я читаю Библию дома. Если вы действительно читаете Библию дома, то будете приходить в церковь. Разве это не так? Fala sobre esse tema, ele diz, segundo o procedimento de alguns, mas motivemo-nos uns aos outros. É o que ele traz é uma ordem. Автор послания к евреям затрагивает эту проблему и говорит, что мы должны собираться вместе, как тело, как группа верующих.
в качестве привычки, а не так, как это делают некоторые, которые не хотят собираться регулярно вместе. Agora o contexto desta igreja é um contexto contemporâneo. Но контекст этого послания не совсем актуален для современной ситуации. Porque aquela igreja passava por perseguição e diante da luta eles abandonavam a igreja. В то время церковь была гонима, и некоторые люди из-за давления и проблем просто оставляли церковь. Да, их ситуация отличалась от сегодняшней, по крайней мере, на Западе, потому что некоторые люди не хотят входить в церковь просто потому, что не хотят делать этого. Ведь когда ты ходишь в одну церковь, ты раскрываешь себя. Люди начинают видеть тебя настоящего. Если они будут общаться с тобой регулярно, некоторые люди не хотят этого. Разве не так? O problema não era só esse. Haviam aqueles que não tinham conhecimento da palavra e eles esfriavam na fé e desanimavam, deixavam de. Как говорит нам этот фрагмент, были люди, которые охладели из-за того, что не хотели ходить в церковь. И эти люди оставили церковь, потому что они больше не хотели ходить туда. Но также была и другая группа людей, которая не хотела ходить в церковь потому, что им не нравились некоторые люди в церкви. Они решили, что им не место в этой церкви, и поэтому они не хотели ходить в церковь. В итоге они оставили эту церковь. Это так. No meio desse grupo também havia um quarto grupo que eram aqueles que eram orgulhosos, achavam que não precisavam ser ensinados. É o que acontece muito hoje. Muitas pessoas acham que aquele pastor não tem tanto para me ensinar e preferem ficar em suas casas. Но были и другие группы людей. Была группа людей, которые были слишком горды. Они думали, что знают больше всех остальных. Они решили, мы не будем ходить в церковь, потому что у этого пастора недостаточно знаний для того, чтобы поделиться со мной. И то же самое бывает и сегодня. Сегодня есть много гордых людей, которые считают себя настолько умными, настолько лучше всех остальных, что они не хотят ходить в церковь, и поэтому они остаются дома. Это говорит мне о чем-то. У дьявола всегда есть оправдание для того, чтобы вы не ходили в церковь. Вы можете думать, что вам это не нужно. Или вы слишком горды. Или он говорит, что лидеры плохие. Многие люди пессимистически смотрят на церковь.
Но я не говорю, что у церкви нет проблем. Мы знаем, что проблемы есть. Все потому, что мы люди, и мы допускаем ошибки. Но называть все церкви плохими и говорить, что они ничего не делают для Царства Божьего, значит говорить, что Бог не делает свою работу. А мы знаем, что Он делает свою работу. Мы знаем, что люди спасаются, люди меняются. Люди приходят ко Христу. Пастор Анна, некоторые люди говорят, «Я не люблю ходить в церковь, потому что пасторам нужны мои деньги. Они плохие. Меня ранили в церкви». Что бы вы сказали людям, которые смотрят сегодня и говорят, «Меня ранили в церкви, я не хочу ходить в церковь». Quando ele construiu a arca, não era um lugar agradável para estar junto com os animais. Я бы сказала этим людям, чтобы они посмотрели на Ноя, который строил ковчег. Его жизнь не была легкой и красивой. Он жил среди животных. Это было не самое лучшее место. Однако Бог защищал его в том месте. Это было место, где он получал указания. У меня есть один интересный пример. Один мужчина отправился к члену церкви, который отошел от нее. И когда он пришел к дому этого человека, то тот сказал ему, «Знаешь, я не хочу больше ходить в церковь. Меня там ранили. Мне там не нравится. Я не хочу туда ходить. Я буду искать Бога у себя дома». E pegou uma brasa que estava naquela dentro da, da lareira e colocou separado. Тогда он заглянул в дом человека и увидел там камин. And he approached the fireplace, took a charcoal and put the charcoal separated from the fireplace in a separate place. Он подошел к камину, достал из него уголек и положил уголек возле камина. Тот человек посмотрел на уголек и увидел, как он начал угасать, пока он полностью не погас, и в нем не осталось жару. И ему ничего не нужно было говорить больше. Этот человек понял, что уголек без огня не может гореть. Он должен быть с другими углями, чтобы гореть. Ведь когда у кого-то возникают проблемы в церкви, и этот человек обижается и уходит прочь из церкви, не желая больше быть частью церкви, он больше не может практиковаться в любви. Он теряет возможность практиковаться в любви. Люди могут иметь множество причин, чтобы не ходить в церковь.
чтобы разобраться в этой ситуации и пребывать в общении с братьями и сестрами. Можно найти множество оправданий для того, чтобы не ходить в церковь. Но Библия дает нам множество причин. Аминь. И главное из них состоит в том, что мы его тело. В церкви у нас может быть общая молитва. Мы можем вместе ходить на евангелизации, быть частью евангелизационной группы. Это чудесно. Аминь. Мы можем практиковаться во взаимопомощи. Верно. В 1 Коринфянам, 5 стихе, говорится о том, чтобы мы поддерживали дисциплину в церкви. Каждый нуждается в исправлении, и каждый нуждается в том, чтобы над ним была какая-то власть. Аминь. Когда у семьи рождается ребенок, то куда им нести этого ребенка? A pessoa se converteu, alguém da família. Quem vai batizar? Quem vai receber, né? Если кто-то принимает Иисуса и спасается, то кто будет крестить этого человека? Кто позаботится об этом человеке? Или научит основам веры этого человека? Окажет духовную поддержку. Все эти вещи связаны с церковью, с поместной церковью.